Здравствуй, папка. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немного даже удивилась. Да чего ж ты прежний был во сне? Прежний, но такой же сам. Точно не видались мы 2 дня. Ты бежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется, а я вижу и висну на тебе. Мы с тобой начали бороться. Победила я тебя в борьбе. А потом несу тебе 2 осколка, что нашла недавно у ворот. И сказала я: а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год? Я сказала, тут же и проснулась. Как случилось это? Не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась. Удивление глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно. Аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимый. Ведь война когда-нибудь придет. Миленький голубчик мой, родимый, знаешь, вправду, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю больше не болеть. Я желаю, пришелая, всех фашистов одолеть, чтобы они наш край не разрушали, чтобы как прежде можно было жить, чтобы они мне больше не мешали. Обнимать тебя, тебя любить, чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передаем от меня привет. Пожелаем всякую удачу, пусть идут на немцев день и ночь. Я пишу тебе, чуть не плачу. Это так, отчасти твоя дочь, твоя. Сорок трудный год. Омский госпиталь. Коридор сухие марки. Шепчет старая нянечка: господи, да чего же артисты маленькие. Мы шагаем палатами длинными. Мы почти растворяемся. С балалайками, мандолинами и с большими пачками книг. Что в программе? В программе чтение. Пара песен военных, правильных. Мы в палату тяжелораненых входим с трепетом и почтением. Двое здесь, майор артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою под ельней, на себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело. И другой, добровезе бинтом, капитан, таранивший место. 3 недели назад над Ростовом мы вошли, мы стоим, молчаем. Вдруг срывающимся фальцетом абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта. А за ним не вполне совершенно, но все запевали внимая, а народной поем, а священной, так как мы ее понимаем. В ней Чапаев сражается заново, краснозвездные мчатся танки, в ней шагают наши в атаке, а фашисты падают замертво. Здесь чужое железо плавится, здесь и смерть отступать должна. И сказать бы по правде, нравится нам такая война. Мы поем, только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите. Постойте, хлопчики. Умер майор. Балалайка всплакнула горестно, торопливо, будто в бреду. Вот и все. О концерте в госпитале в том далеком военном году.
глаза бойца слезами налиты. Лежит он напружиненный и белый, а я должна прикрывшие бинты с него сорвать одним движением смелым, одним движением, так учили нас, одним движением, только в этом жалость. Но встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись слила, стараясь отмочить его без боли. Но фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобой, так с каждым церемонится беда, да ему лишь прибавляешь муки». Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать прикрывшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты, как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе. Выбиваются из-под фуражки русы упрямые кудряшки, и глаза под черным козырьком светится мальчишким огоньком. Вот она такая к нам в пехоту прибыла, камзвоном в третью роту. Мы погоревали так и это, да и замолчали напоследок. Мы солдаты, а приказ, приказ. Тут и битва началась как раз. Юнкерсы, не знаем ни покрышки, бомбами гвоздят без передышки. Сотни пушек бьют через бугор, тигры надвигаются в упор. Туго так не приходилось сроду. Стреляно нашему народу. Визг и ляск, и вой, и дым, и чад. Злого пекла настоящий ад. Может быть, такой горячей каши и не расхлебали бы барни наши, если б не легла сильна, крепка нам на плечи девичья рука. Что таить? Пришлось нам удивиться. Всех нас в руки собрала девица. Танки прут, а ей боли нет, будто воевала сотни лет. Лишь задор из-под фуражки вьются непокорные кудряшки, и глядит спокойствие на нас из ее мальчишьих серых глаз. Мы как львы сражались в этом деле, 8 злых атак перетерпели, а под вечер через речку вброд сами ходом двинулись вперед. Жарко было. Вот каким манером мы сдружились с нашим офицером. Потому что люди на войне узнают товарищей по гне. И теперь спроси у нас в пехоте, в боевой, гвардейской, третьей роте, кто из офицеров знаменит, слава чья дивизия звенит. Всяк укажет: вон стоит фуражки, а под фуражкой русые кудряшки, марлей забинтована рука. Это гордость нашего полка. На втором белорусском еще продолжалось затишье. Шел к закату короткий последний декабрьский день. Сухарями в землянке хрустели голодные мыши, прибежавшие к нам из сожженных дотла деревень. Новогоднюю ночь я в третий раз на фронте встречала. Показалось, конца не предвидится этой войне. Захотелось домой. Поняла, что смертельно устала. Виновата затишье, совсем не до грусти в огне. Показалось могилы, землянка, 4 наката. Умирала печурка, под ватник забрался мороз. Тут влетели со смехом из ротной разведки ребят. Так, чего ты одна? И чего ты повесила нос? Вышла с ними на волю, назло ветерок в землянке.
Показалось, на небе ракета ли сгорела? Звезда, прогревая мотор, ревели немецкие танки. И порой минометы палили незнамо куда. А когда с полутьмой я освоилась мало-помалу, то застыл, не верю, пожарами освещена горделиво и скромно. Красавица-елка стояла. И откуда взялась? Среди чистого поля она. Не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели. Между банок с тушенкой трофейно висел шоколад. Рукавицами трогай, лапы замерзшие ели. Я сквозь слезы смотрела на сразу притихших ребят. Дорогие мои д'Артаньяны из ротной разведки, я люблю вас и буду любить вас до смерти всю жизнь. Я зарылась лицом в эти детства пропавшие ветки. Вдруг обвал орнолета и чья-то гомонула жизнь. Фронт атака пробил санитарную сумку осколок. Я бинтую ребят на взбесившемся черном снегу. Сколько было потом новогодних сверкающих их забыть, а эту забыть не смогу. Был трудный бой. Все нынче как спросонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12. Бедовый. Из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишко прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках. Таскать его ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку. И сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывали к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком примостился. Столько всяких дыр. И вдруг в машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал. Они вон там, в салу. Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами. Прямо приведу. Что ж, Бонни ждет. Влезай, влезай сюда, дружище. И вот мы, Катик, место вчетвером. Стоит парнишка. Мины, пули свищ. И только рубашонка пузырем. Подъехали! Вот здесь! И с разворота заходим в тыл! И малый газ даем! И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем! Я вытер пот. Душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал спасибо, холопец, и руку, как товарищ, пожал. Был трудный бой. Все нынче как спросонку, и только не могу себе простить.
из тысяч лиц узнал бы мальчонку. Но как зовут? Забыл его спросить.